là. Apprédis, apprédis à tout ce monde. Thank you.
Эй, стрелок! Давай. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там в обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи! Скоро кончу.
поступью идущий на помощь мирным гражданам всей планеты. Иди своей дорогой, сталкер. Внимание, выдаю шутку юмора. Заблудился как-то долго, возможно, кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Проходи, не задерживайся. И когда все это закончится? Ну, еще разок помянем. Хороший был сталкер. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Начнешь пить. Не тормози. Сейчас бы уже. Дома оказаться. Моя информация может в тебе гамачке. Пригодиться. Да с книжкой толковой. Да. Ай, новость.